Каждый год в преддверии зимних праздников город сбрасывает серое унылое покрывало и переносит жителей в сказку. Световое оформление зданий, вечерние музыкальные проекции, иллюминация на площадях создают ощущение волшебства. В Ульяновске перед новогодними праздниками появится 328 световых шаров, 10 снеговиков-музыкантов, снеговик с флагом, 16 оленей, мишка косолапый, 8 светодиодных деревьев, 13 арок, 200 фигур колокольчик и бант, 138 километров гирлянд растянут на опорах электропередач и на деревьях. Были пожелания жителей, чтобы не только центральная часть города оформлялась, но и районы города. Вот эти пожелания мы сейчас и исполняем. Паровозик традиционно поставили у Дворца культуры «Современник». Пингвинов на площади Нариманова, ангелов на бульваре Новый Венец, самолет на площади 50-летия Победы, рождественскую арку на перекрестке улиц Минаева и 12 сентября. Впервые в этом году отреставрированный железнодорожный вокзал украшен в стиле «Сказочный лес». Однако по-прежнему самым излюбленным местом жителей Ульяновска и гостей города остается площадка перед Центральным домом быта, где в этом году появилась сказочная карета с лошадьми. Вам нравятся изменения, которые происходят? Да, но мы еще нигде не были, кроме вот здесь вот. Не можем в полной мере оценить красоту, но в любом случае лучше, чем ничего. Да, очень красиво, так сказочно, очень приятно гулять и даже звать друзей из других городов. Первый год в Ульяновске я видел то, что вот сейчас. Ну, мне нравится. В сравнении с другими городами, где я был, но это более-менее праздник под Новый год. Главной интригой по-прежнему остается новогоднее оформление площади перед Домом правительства. На Соборной установят 20-метровую новогоднюю красавицу-елку со светодиодным оформлением. Здесь же поставят новогодние ярмарочные домики, смонтируют гигантский ажурный шар, установят новогодние символы, в том числе и символ 2019 года «Поросенка». Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Ульяновской правды.